добрый массаж. Вот. У меня еще был такой случай, когда я с утра встала. Я обычно вообще зарядку с утра не делаю. И вот так вот резко, вот так вот села, прям потянулась. Прикиньте. Я вот так вот обратно, и я прям, у меня дыхание прикрылось. Я не могла наверное нормально, ну, типа, у меня как будто, знаете, резко дыхание прикрылось, и спина очень сильно начала болеть. Господи, я думала, что все, я уже умираю. Но слава богу, за полдня меня попустило, потому что... Короче, не делайте резкие движения с утра, потому что потом будет горе. Вот. Со старость. Да нет, не старость, я еще не такой сильно старая, чтобы... Ну, бывает такое, надо просто кушать витаминки, заниматься спортом, следить за собой, вот, и все будет чики-пики. Спасибо за розу. Может, что-то можно выезжать, а может, что-то массаж. Так ты что, массажист? Массажист на выезд. Сколько берешь за свою работу? Олег, спасибо. Человека. Tap to screen. Тапаем, 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 тапаем. Please. Tap to screen. Тапаем. Давайте 100к. 100 тысяч лайков. Прям очень хочу. Вот. И давайте еще эти качельки. Кто, короче, дарит мне качельки, на то сразу подписываюсь, ребята. Подписочки прям летят конкретно. Мне это нравится. Уже 8 человек подписалось. Кстати, ребята, подписывайся на топчика. Let's go! Подписочку организовываем топчику за то, что он меня поддерживает. Бегом, мигом. Кто на него подписывается, мне будет очень приятно. Потом подпишусь на вас, возможно. Если много будет подписок. Давайте, 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 давайте. Подписываемся! Тут прям иностранцы, тебе не надо. Спасибо за розу. Thank you. Давайте топчем, топчем, ребята. Не останавливаемся. Давайте тренируем пальчики, разгоняем прямой эфир. Делимся трансляцией. О май гад. Hello, Bella. Hello. Чтобы вы себе знали, я сейчас сижу на спинке дивана. То есть я могу в любой момент упасть. Но мне так удобно почему-то сидеть, не знаю. Привет. Давайте подписываемся на топчика, ребята, подписываемся на топчика. Бегом, бегом, бегом. Этот, подари какой-то сундучок. Может, они сундучка будут подписываться. Не падай. Та еще не падала вроде бы. Скоро уже будет Пасха. Да нет, если вы будете подписываться на дарителя, вот, то я потом подпишусь из его подписок и выберу, на кого хочу подписаться. На хотя бы там 3 человека. 3-5 человек, вот. Только вы не подписываетесь нифига. Я не вижу на него подписок, ребята. Я только вижу, что вы на меня подписываетесь. Вот. Тебе что, плохо? Да, мне очень плохо. Ребята, спасите, помогите. Help! А куда? Куда потребно? Подписываемся на дарителя, вот, топчик номер 1, подписывайся на него, и я потом с его подписок выберу, на кого я хочу подписаться, на хотя бы там 5 человек подпишусь, вот. Только давайте подписываемся, потому что так нечестно, вы меня не слушаете. Спасибо за сердечко! Смотри, какой у меня бывший палец, как мой нос, реально. Привет! Ребята, подписываемся, бегом, подписываемся, потом подпишусь и из его подписок выберу, на кого мне подписаться. Вот, только давайте подписывайтесь.
Это ж не сложно. Он у вас сильно, возможно, подпишется. Спасибо за мячик, спасибо за подарочки. Вы у меня лучшие. Тревога. Это нет, нет тревоги, я не видела. Мне не приходит, не приходило оповещение. Tap to screen! Говорит себе плохо, очень плохо. Давайте сделаем ему пару подписчиков. Ребята, почему вы такие? Это я подписалась. Но я потом проверю. Подписалась ли это? Я запомнила тебя. Все. Есть тревога. Да нет, я не видела тревогу. Не приходило ко мне оповещение. Обычно приходит в Телеграм. Я не видела. Ребята, help me, please. У меня нормальная тревога. Спасибо за панду. Уже никто не подписывается на тебя, все, я обижаюсь, вы не преданные люди, вы меня не слушаетесь, а потом еще пишите мне всякие там искренние слова, как так? Как так? Скоро уже будет и Пасха. Свеженькая колбаска. Ну, волосы сегодня такие ровненькие-ровненькие. Спасибо огромное за сундучок. Спасибо огромное за сундучок. Где он? Не могу посмотреть. Ребята, давайте подписываться на зрителя сундучка. Если вы на него подпишетесь, он опять вам подарит сундучок. Если не подпишетесь, он вам не подарит. Все, все честно. Если человек увидит на себя подписки, он опять вам подарит. Если нет, то все взаимно, ребята, должно быть. Давайте. Он вам сундучок с монетками, и вы на него подписочку организовываете. Все. Я сказала. Если не будете подписываться, никто вам больше дарить ничего не будет. Hello! Такая красивая, дорогая. Я на двоих подписалась. О, вообще чудово. Чудово. Подписываемся, ребята, на зрителя сундучка. Бегом. Будьте подписываться, будет еще дарить. Давайте закачаем меня на качельках. Качаю меня на качельках. Вот. Привет. Блин, нереально на массаж сходить, потому что это капец. Судовся или качели. Это ты должен выбирать, я не вправе. Блин, ну я не вижу подписок на дарителя сундучка. Блин, вообще. Они не подписываются, значит, ничего им ничего дарить. Зачем? Они сейчас поймают эти монетки и убегут. И не подпишутся. Я на поганый массаж люблю. Ой. Да я не сомневаюсь, ребята. Ого, аж 500 монет, ребята. Нам подарили 500 монет. Ребята, обязательно подпишитесь на дарителя сундучка. Обовязково. Подпишитесь на дарителя. Вот этот даритель, топчик номер один, нам подарил аж 500 монет. Представляете себе? Если вы на него организуете подписочки, он еще может больше подарить.